великий праздник президент Украины Виктор Федорович Янукович дал здание на самом высоком уровне, государственном уровне отметить этот праздник. Розпочинаємо церемонію нагородження. За високий професіоналізм Руслан Олександрович, головний інженер комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради Зеленбург Іванович, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю промислового підприємства ЗІП. Вона важна для нас як частина нашого прошлого. Ми згадуємо ці славні события, тому що і наше будущее ми зв'язуємо Христа Господня, еще раз по воскресеньям. И каждый человек, каждый верующий человек понимает по слову апостола Павла древо живоносное, древо непобедимое, древо наше. Сегодня действительно для нашего города очень радостный и светлый день. Мы учимся с вами видеть сегодня. Сейчас растирают нам руки. Понятно. Блестящий. Да. Как он называется, этот орден? Не знаю. Молодцы. Я не читал.